Есть! Что ты делаешь, Никлас? Я смог улитку поймать. Не знаю, это вторая или третья стадия. Соник! Привет! Время 9:30 вечером. Солнце село, а мы собрались на прогулку. Сегодня тепло, хорошо. Соник обрадовалась, не поверила своему счастью. А Никлас занят очень сильно. Чем ты занят-то? Никлас, скажи, что ты делаешь? Никлас, что ты делаешь, зайка? Телефон знает, где мы сейчас. А пойдем в ту сторону. Луна? Не вижу пока ни одного там. Ну, надо ходить. Надо проверить. Смотри под ноги хоть, не упади. Ма, зима сегодня! Зима? Сравни. Ага. Ну да. Очень похоже. Похоже, покажи. Окей. Красиво. Ну давай, что нужно делать? С первого раза. Ну, наверное, не так уж и хорошо. Есть. Попал? Угу. Почему-то надо было два раза, да? Второй раз уже. Хотя, или просто надо два раза попасть? Нет. Да? Нет? Некоторых покемонов один. У них больше жизни, да? Наверное, у него. Ну, ты же их не убиваешь, ты же их собираешь как бы в коллекцию, да? Да, у меня коллекция уже... Опс. 15%, 94 покебола. Угу. Куда ты так торопишься, а? Так торопится, как будто у нее свидание назначено. Прямо знает, куда и бежать. Ты куда так сильно торопишься? Я не успеваю за тобой. Соник! Она еще быстрее начинает бежать. Ты Никласа подождешь? Где Никлас? Соник такая умная, знает, куда идти надо. Да, Соник? Где дверь? Где дверь, Соник? Иди сюда. Соник, я всем рассказывала, что ты воспитанная собака. Ну чего ты гавкаешь? Соник! Все. Я же тебе потом включу эту запись. А? Ага. Потом включу. Да. Покажу, как ты гавкала. Как тебе не стыдно так гавкать. Высматривай. Проигнорировала тебя собачка, да? Как она могла? Как она посмела тебя? Заяц! Притаился или убежал уже? Притаился. Притаился? Как я его не увижу? Где он? Ага, уши вижу. Вот он там. Да, да, да. Уши видно. Он знает, что мы туда не пойдем. Ты что снимаешь? Дай мне его снимаешь. Да, вот его уши там шевелятся, видишь? Травки. Ну, плохо видно, только уши и видно. Подожди, вот если бы он сейчас прыгать покажи, начал. Покажи сейчас. Вот здесь середина. Вот. Я не вижу. Вот здесь. Так может тебе тогда подвигать еще прыгать? Заяц! Вот. Видишь? Мы идем. Как я его подвигаю? Да зайца? Ты сама иди, тут тогда сена будет тоже прыгаться. А теперь я его потеряла. Ну, молодец. По-моему, это он там. Мама. Они там, по-моему, тут два зайца. Два даже? Да, там один Трамп притаился. Ага, это, наверное, тот, который был там за домами. Нет, он прилетел.
Точно. Да? Да, два зайца. Да, да, да. Два зайца. Вот второй. Да? Да. Или нет? Да, он второй. Не пугай зайка. Сейчас пойдем. А, нет, я зайчика. Я вижу его. Вот, побежал. Побежал, побежал. Ушки. Такой крупный-крупный зайчик, да? Ой, какой крупный зайчик. Молодец. До этого там люди был, поэтому он боялся. А теперь поскакал. Хорошо, высокая трава, их плохо видно. Им хорошо прятаться, точнее. Вот, поскакал дальше. Ой, какой он крупный. Все, ускакал? Куда? В твою сторону? Здесь такая высокая трава. Ой. Где он? Тут было два зайца. За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь. Да? Теперь я уже обоих потеряла. Один был там, зайчик. Уходим, уходим, сейчас. Вот зайчик еще один. Он притаился здесь. Ой, какой хорошенький такой. Красивые зайчики. Крупные. Все, ускакал. Как кенгуру выглядят. Все, пошел. У них тут свои места, где им быть. Тут огороды у людей. Это мы, считай, уже вышли за наши, где мы живем, за наш городок. Мама, ты хотела слоников сфотографировать? А, точно, я забыла. Какая добрая хозяйка у тебя. Я бы тебя точно на руки не брала. Соник, запомни это. Тебя на руках носят, ты настоящая принцесса, поняла? Настоящая принцесса, вышла погулять. Ох, везет же, мне бы быть собакой. С такой хозяйкой. Уже дома построили. На раз, два, три. Соник, мама, мама, хотя бы за них не начала пить из этого. Из лужи? Да, не начала. Ну, она не такая глупая. Это такие, как, ой, маленькие домики. Небо такое темное, а там красивый закат. У нас нету такого заката каждый день, да? Пока-пока. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик. Всем пока-пока. Здоровья, счастья и удачи. Пока-пока. Пока-пока.